Скорострельность, что мы не так быстро выедаем баллон. И опять же стресс-тест, постреляем. Сейчас чуть теплый соленоид. Хорошая такая очередь. Также тепленький. То есть на вот такой примерной интенсивности стрельбы нагрева соленоида особо не идет. Не требуется никакого супераккумулятора для работы системы. Достаточно вот такого. Обычно. Повысим скорострельность. Одной рукой неудобно. Еще повысим. Пожалуйста, в таком режиме вполне можно эксплуатировать.